Районный совет начался со слов поздравления, адресованных депутату Николаю Фролову, который недавно отметил день рождения. Сегодня, 25 октября, свой день рождения отмечает руководитель администрации Воскресенского района Виталий Чехов. Первым вопросом повестки дня стало утверждение изменений в бюджете на 2018, 2019, 2020 годы. Поправки связаны с трансфертами и в первую очередь из казны Московской области. А это сумма 166 400 000 рублей. Из межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения Воскресенск, а это 24 600 000, я округляю. И внутренние, значит, изменения в органах местного управления и в организациях, которые сводят изменения к нулю, поскольку уменьшение одних статей дает возможность увеличить другие статьи. Руководитель администрации Виталий Чехов рассказал о важном шаге в экономическом развитии Воскресенского района. На территории Фединского поселения будет реализовываться инвестиционный проект «Тепличный комплекс Подмосковья». В субботу состоялась встреча, значит, с министром сельского хозяйства. Значит, все необходимые бумаги подготовлены, согласованы, кредитная линия открыта. И, в принципе, мы в ближайшее время дадим старт этому глобальному проекту. Площадь будущего комплекса около 156 гектаров. 70 из них выделят только на теплицы. Создадут около 1000 рабочих мест. К другой теме заместитель руководителя администрации Андрей Баранов рассказал об организации похоронного дела на территории сельских поселений района. Данный документ будет также распространяться и на полномочия, которые могут переданы городскими поселениями Воскресенскому муниципальному району. Не буду зачитывать документы. Понятно, что это и 131, и 145 федеральные законы. Вот, и областной закон о погребении, похоронном деле. Кладбище вблизи деревни Исакова Шитковского поселения оказалось неучтенным. По словам Андрея Евгеньевича, на данный момент занимаются его оформлением. Народные избранники рассмотрели вопрос формирования тарифов на коммунальные услуги, в частности, на вывоз твердых бытовых отходов. Данный вопрос был отправлен на проработку. Его рассмотрят на следующем совете. Депутаты проголосовали за передачу ряда полномочий из поселений Харлова и Фединска в район, а также за изменения в составе депутатских комиссий. Сергей Слепов обратился с депутатским запросом о предоставлении бесплатного льда хоккеистам, а также пригласил всех присутствующих на празднование столетия ВЛКСМ. На бульваре 50-летия Ленинского комсомола состоится открытие памятного камня. Евгений Светлый, Дмитрий Волнов, новости из Крывэкт.